почти 8 лет меня здесь не было. Для меня это память, для меня это боль и трагедия тех времен страшных, Великой Отечественной войны. Наши люди отдавали жизнь, защищая Херсон и нашу землю Советского Союза от самого злого оккупанта. Это фашизм. И самым первым я сделал, приехал сюда поклониться этим людям. Правду говорят, кто истории не помнит, будущего не имеет. Без них, без этих людей, павших, которые дали нам мир, свободу, счастье и построили многие города, будущего не будет. Поэтому первым делом я пришел, положил цветы и поклонился им. 8 лет террора. Фашизм на Украине. Я осужден. Террористом являюсь. Номер один украинской власти. А сегодня я свободен. Я вернулся на родину. В душе все переворачивается. Я понимаю, что еще не весь фашизм мы победили. Именно украинский нацизм. Еще надо свергнуть эту власть. Вот это сволочные недобитки должны исчезнуть, чтобы не глумились над памятником. Россиянам огромное спасибо, что помогли зажечь этот огонь. Огонь души, силы, воли наших настоящих воинов и наших предков. Вот им огромное спасибо. Знаю, верю, победа будет везде. И Украина будет освобождена от этой нечисти, коричневой чумы и продажной коллаборантской власти. Да, будут трудности, но мы их переживем. Везде зажгутся огни вечные. И в Харькове, и в Одессе, и в Николаеве, и в Киеве, и даже на Западной Украине. Я в этом уверен. Мы народ сильный. И нам нужно сегодня, как никогда, сплотиться. Не только вокруг прошлого, но и как народ славянский победитель.